Доброго времени суток, дамы и господа. В Вове множество репутаций. Имеется даже достижение за прокачку 100 репутаций до превознесения. И некоторые фракции действительно качаются тяжко, какие-то легко. Некоторые фракции апаются, например, вообще с неприязни. И в тот момент, когда мы развивали своего персонажа в Драконьих островах, в новом дополнении Dragonflight, игроки заметили, что у нас имеется интересная репутация под названием Фурболги из клана Зимней Шкуры, мол, типа, зачем они вообще добавлены, будет ли с ними какое-то взаимодействие и что нас вообще ждет в будущем. А в будущем нас ждет то, что в обновлении 10.07 мы сможем прокачивать эту фракцию и вылутать оттуда интересные награды. Пример различных наград сейчас будет на экране, там и сумка, и вещицы, в общем, куча-куча всего интересного. Но мы начинаем эту фракцию с неприязни, то есть они для нас как враждебны, мы не можем с ними взаимодействовать, и что-то нам нужно сделать заранее, чтобы у нас было хотя бы какое-то равнодушие. Для того, чтобы хотя бы немножко поднять репутацию, и сделать это можно уже до старта обновления 10.07, то есть на текущий момент, на ритейл-серверах, на лайв-серверах, мы подходим к Санове Снегора, моб-дворф, который находится тут вот на карте, координаты 65-16, он даст нам квестлайн небольшой. Делаем квестлайн, получаем репутацию с фурболгами. Но это не единственная цепочка, которая может дать нам репутацию до старта обновления 10.07. Перелечу на другую точку и покажу, где еще находится один интересный квестлайн. Прилетев пониже, в затерянный лагерь, который находится по координатам 63-59, у нас имеется моб, медвежонок, Гарс. Он тоже даст нам цепочку заданий. Мы, конечно же, выполняем ее и также получаем репутацию с фурболгами. А в тот момент, когда уже стартует обновление 10.07, и когда мы сделали эти два квестлайна, тот моб, который находится в лагере повыше, даст нам какую-то записку, какой-то квест, и таким образом у нас уже будет равнодушие, опять же, сделав там небольшую цепочку, и мы начнем фарм этой репы. Каким образом будут фармиться фурболги? Вопрос довольно-таки хороший. Ближе к обновлению 10.07 будет уже более подробное видео по прокачке этой репутации. Поэтому остается просто ждать. Ну и нужно заранее, конечно, сделать эти квестлайны в дозоре Тирона и в затерянном лагере. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги, мойте руки. До скорого!